Всем привет, ребят, с вами я, Сталкер 1941. Сегодня я буду играть в игрушку под названием Эмулятор Му. Как же много этих симуляторов. И какие же они бывают примитивными. О, королева делает яичко. Тут можно вот так вот кусаться, но она сейчас вот таким образом откладывает яйцо. Give me food. Дай мне покушать. Да, давай мне жрать хочу. Ладно, шучу. Ладно, я пошел на волю, короче говоря. Поискать какого-нибудь едла себе. Покушать чего-нибудь. Тут есть враждебные существа. Да, а вы что ожидали? Что тут будут только лишь одни муравьи? Не, если вы так думали, то вы очень сильно ошибаетесь. В мире есть много тех, кто так и жаждет кушать муравьев. И мне надо... сейчас попробовать. Короче говоря, это симулятор жизни обычного муравья. Нет, не дельта муравья, не супер муравья, не человека муравья, обычного муравья. Вот сюда мы складываем всякую еду. Вон там непонятно что. Тут также я могу... Эй, пс. Give me food, please. Спасибо. Да, тут можно общаться с другими муравьями. Если кто не знал, то у муравьев реально есть глаза. Но они ими чаще всего не пользуются. Они пользуются своими усиками для общения. Представляете, ребят? Интересно, не правда ведь? Муравьи очень интересные вообще существа. Согласны со мной? Думаю, что да. Думаю, возьму с собой дохлую муху. Правда, я не знаю, зачем она мне. Но, а хотя нет, 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 подождите-ка. В ней есть белок. Значит, эта муха нам пригодится. Значит так, мы идем... вон туда. Вот сюда. О, тут уже личинки. Помню, у меня был террариум муравьев, и тут. И там такая же королева была. Такие же яйца. Короче, было интересно, но, к сожалению, пришлось убрать муравьев. Ведь мы переезжали как-никак. Драться тут вот так. Да, муравьи не только кусаются, представляете? Муравьи еще и вот так вот жалят. Понятно? Так что, на всякий случай, если вы хотели узнать побольше о этих... удивительных существах, то вот вам информация. А вы знали, что муравьи не спят на протяжении всей своей жизни? Вы представляете вообще как-то? О, кто-то там муху несет. Видите? Это кто? А, это другие муравьи. Блин, я уже испугался. Такс, кто там еще есть? Вон там кто-то. А-а-а, вот где гадина. На тебе. Это же клещ. На тебе, клеща. Будешь знать, как людей пытаться укусить. К
Кстати, я один раз подобного гада встретил. Я встретил этого самого клеща. Кто тоже встречал клещей, ставьте лайки. Я буду не против узнать побольше немного о вас. О, фига себе! Это что я тут нашел? Ха-ха-ха! Это ж сколько белков у нас здесь будет? Клещи, в принципе, бесполезны, они только ходят и все. Простите, я немного приболел. Да, болеть это ужасно, говорю вам сразу. У меня вчера была ужесточенная жесткая жесть. Ой, черт, меня подери. У меня очень мало хп. Очень мало. Мне надо попросить какого-нибудь из муравьев, чтобы это самое, он мне дал покушать. Дал мне еду. О, вот это я понимаю, а вот это вот другое дело. Эй, иди-ка сюда. Иди сюда. Ты можешь мне сделать маленькую услугу? Дай мне еды. Спасибо, братец. Знал, что ты всегда поможешь. Эта игра вышла очень давно, смотря по графике. Также можно прорыть здесь туннель, как самый обычный муравей. Так, вот здесь. Думаю, пророю вот такой вот туннель. Так. Думаю, позову муравьев, чтобы они мне помогли. Эй, муравьи! Эй, муравьи, вы где? Муравьи! Так, 30% уже. Ого, сколько валунов посыпалось на меня. А точнее, что это? Это земля! Видите, какая земля по сравнению с муравьем. Кстати, берегите муравьев. Муравьи довольно-таки слабые существа, и они не могут дать отпор. Поэтому берегите муравьев, не давите их, не разрушайте их муравейники. Ничего не делайте с ними. Пускай они просто живут. Живут своей жизнью. Кстати, из этих валунов можно построить стену. Ну, короче говоря, как-то так. К сожалению, никто из муравьев так и не пришел мне помочь. Но такова жизнь.
еще одна личинка, отлично. Эй, мужики, я понял, вы туда идете, чтобы помочь мне? А, я понял, это не для строительства, а для того, чтобы... Так, дай мне повесить. Спасибо. Так. А, помогите. Так, личинка, эй ты, личинка. Личинка. Иди-ка сюда. Так, личиночка, иди сюда. Да, иди сюда. Прости, личиночка. На, иди отсюда, личинка. На тебе. Давай, личинка, тебя никто не найдет. Ни хищники, хотя хищники, возможно, и найдут. И тогда, личинка, ты уже никогда больше не будешь живой. Но ничего страшного. На, катись. Ха-ха-ха. Мне кажется... Блин, я чувствую себя плохим муравьем. Реально, я чувствую себя плохим муравьем. О! Это кто у нас тут летает? Мухи-цокотухи? На тебе, на тебе. На тебе. Эй! Муха-цокотуха, позолоченное брюхо. Походу... Испугалась. Так, что это? Думаю, поем немного. Ох. Ох, какое вкусное яблоко. Ох, какое вкусное. Ладно. О, стоп, что? Я могу мух поднять? О, отлично. Теперь мух моя. Так. Думаю, отнесу ее в муравейник. Она при... Жить муравьем довольно-таки интересно. Ты не знаешь, что будет. Ты не знаешь, какой у тебя день будет завтра. Или послезавтра. И вообще, доживешь ли ты, или тебя кое-кто раздавит. Я имею в виду вас, мои подписчики. Умоляю вас, не убивайте муравьев. Муравьи очень милые и довольно интересные существа. Так что умоляю вас, берегите этих милых существ. Не убивайте их, какими бы они ни были. Так, давайте еще немного еды раздобудем. Хотя нет, стопэ. Сперва по традиции. А, блин, мне показалось, что эта королева уходит. Эй, иди сюда. Эй! Спасибо. Хух, теперь у меня нету голода. И я не голодаю.
Так, личинку относим куда-то подальше. Жертва. О, мне кажется, я создала целую религию муравьев. Что они типа делают жертвоприношение личинок. Это, конечно, фу и бе, но а что поделать? Ну, вот такие вот муравьи. Вот такие вот дела, вот такие пироги, вот такие муравьи. Эй, на. Еще одну личинку принесли мы в жертву, получается. Ну, вот такая вот религия у муравьев. Это, конечно, выдуманная мною религия. На самом деле муравьи очень берегут своих деток, а точнее личинки их, отдают свою жизнь, чтобы защитить их. Но а так я придумал новую религию. И они, кстати, тоже куда-то начали личинки тащить. Вы это заметили, кстати? Так. Приносим вот сюда. Королева, а тебе не кажется ли, что тут слишком много личинок? Потому что реально, ты откладываешь их уж слишком много. Слишком преслишком много. Ларва, это если кто не знал, личинка. Если кто просто не знает немного английский. Потому что, ну как вы думаете, как может называться вот это вот то, что я несу сейчас? К сожалению, я не владею магией монтажа, и поэтому приходится все вручную делать и рассказывать все вам. Но, в принципе, с вами общаться тоже довольно-таки приятно. Скажите, ребят. Да, вам же тоже. О, самая высокая гора. Круто. О, смотрите-ка. А личинка хочет выбраться, видите? О, там кто-то что-то несет. А мне кажется, что я быстрее начал немного спускаться. Смотрите, он наш личинка. Но я ее, в принципе, догонять не буду, ведь это ж жертвоприношение великому богу муравьев. Но поймите, это все лишь развлекательные религии. На самом деле муравьи реально никого не приносят в жертву. Ибо же их популяция бы сильно снизилась. Ой-ой. Ой-ой. А реально у меня мало уже еды. Эй, братаны, помогите мне. Give me food, please. Thank you very much, my brother. Так, о, ура, свет включили. Да, я живу в Украине. И меня уже бесят эти русские дебильные. Ничего не по стіну вирубають нам світло. Як же це мене вже нафіг бісить?
Росіяни, будь ласка, відпишіться від мого каналу. Відпишіться від мене. Умоляю вас. Я терпіти не можу вас, росіяни. Відпишіться від мене. Будь ласка. Добре, наступні пів відео, я думаю, буду розмовляти українською. Вам же не буде це заважати? Хоча, що я говорю, я ж тільки українців тут залишив, напевно ж. Це буде мій перший стрім. Так, перший стрім. До речі, у мене чомусь телевізор увімкнувся. Так. Піду я кудись, думаю, роздобуту їжу таку корисну, щоб було корисно і ми їли корисну їжу. Так. Так, зараз ось тут, де я. Я тут схожа. Сюди, мурашки. Мурашки сюди. Давайте. Давайте сюди, сюди. Усі сюди. Тут є безкоштовна їжа. Чорт, мені здається, там королева з кимось не тим спарювалася, бо це вже занадто багато. Ну, реально, вам не здається, що вона реально з кимось не тим спарювалася, якщо у неї так багато личинок цих лаврів? А у нас дуже багато їжі, як я помітив. Гей, королева, ти можеш більше не народжувати? О, новий народжується. Так. О, личинка. Іде зі мною личинко. Вибач, але тебе ми принесемо у жертву. Бо така релігія у нашому королівстві. Давай, давай, давай. Не бійся і навіть не намагайся вирватись. А так от, що ви несли сюди. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мені здається, ритуал трошечки потрібно припинити. Гей, мурахи, допоможіть. У мене too many food. Сорян, бро, що тобі заважав трошечки. Так, іди на сюди. Так. Так, там хтось співає у мене в квартирі. Кстати, підписуйтесь на TikTok моєго друга Славіка. Он очень хорошо снимает. Эй, Лавра, ты где? Мне кажется, Лавра самую малость пропала. Забагалась. О, дерево. Круто.
Нет, не дерьмо, а дерево. Нет, я же сказал вам, не дерьмо, а дерево. Ну блин, я же вам сказал, не дерьмо, а дерево. Да ладно, шучу, блин. Как-то не смешно получилось, но я пошутил. А, так вот это где лавра непослушная. Не хотела, значит, она жертвой вставать. Не бойся. Это не так мучительно. Тебя просто разорвут. Ну, тебе всего лишь разорвут на части другие хищные животные. Из-за того, что вас слишком много, а для моего королевства это слишком плохо, то тогда прости, но пока. Такс. Ладно, думаю, теперь нужно спуститься с горы. Потому что долго я тут находиться не собираюсь. Ай! А, я понял логику. Я тут не хожу по воздуху. Ну, это ж только что ходил по воздуху. Я не хожу по воздуху, но я ж только что ходил. Эй, 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 пс. Эй. О, спасибо. О, спасибо тебе. Дякую, быдло. Простите. Так, миссис королева, прекратите создавать личинки, иначе я эту личинку вам засуну в одно место. Хотя, блин, у вас же того места и нету. Но все равно засуну вам в жало прямо. Поняли меня? Так что, пожалуйста, не откладывайте яйца. У нас уже, блин, места для них нету. Вы понимаете это? Вы это понимаете? Или не понимаете? А, да к черту ее. Она же даже математики не знает. Она же не может посчитать, сколько ей надо в один час отложить яиц. Поэтому вот так и получается. Что приходится принимать крайние меры, а именно старые тупые религии. Такс. Идем на эту гору, значит. Да блин, она опять что ли отложила то, что не надо было откладывать. Ладно, личинка, пока. I believe I can fly. Ты что там поешь? Блин, мне кажется, я уже 10 часов то записываю. А, нет, 29 минут. Круто. Интересно, вы еще покинули это видео или нет? Или покинули, или нет? Или вы все-таки его покинули? А ну-ка, признавайтесь, вы покинули это видео? Или вы не покинули его? Надеюсь, что не покинули. Потому что я хочу, чтобы вы досмотрели мой стрим до конца.
Так. Так, строю. Жили-были да посели четверо друзей. Жили-были да посели трое братовей. Всех закопал Иван Кузьмич. Помните такое? Так, спасибо, спасибо. Блин, у меня мало хп на улетке. Так, ого, сколько у нас еды. Интересно, она не просрочится здесь? Вот, скоро будет энд. Так. Думаю, покушаю. Хотя нет, еще рано. А вы знаете, что недавно вышли новые серии украинского мультфильма «Пес Патрон»? Знали? Не знали? Тогда посмотрите. Прикольный мультфильм. А чё? Стоп. Я же еще не соблюдала религию. Давай, ломайся ты уже. Все, сломал огромный валун с земли. Так. И личинка. Иди сюда, личинка. Хопа. Личинка, это, извини, но, к сожалению, таковы наши дела, что мне придется тебя скинуть с горы, из-за того, что таких, как ты, личинок очень много. Поэтому таких, как ты, нужно скидывать, которые альянсом целым считаются лишними. Я же правильно понимаю? Ребят, кстати, напишите в комментах, правильно ли я делаю, что я вот это вот религии такие придумал, что лишние личинки нужно скидывать с горы, чтобы они покатились куда-нибудь, не знаю куда. Как вы думаете, правильно ли это или неправильно? Так, ну чё, ты готова? Да, готова. Так. Ну ладно, поползу дальше. Мне, в принципе, всё равно. Так, муравьев я убил 4, что? Колония. Одна королева, 33. Так, гнезда.
нет. Сейв. Засейвились. Сохранилось, думаю. Вот, наверное, почему я когда на старом планшете играл, а у меня такой есть, могу сделать обзор, если наберете под этим видео 10 тысяч лайков. Могу сделать обзор на старый телефон. А точнее, не телефон, а планшет. Но это только если вы наберете 10 тысяч лайков. Не забыли про это? Потому что просто так я ничего для вас не буду делать. Что? А что вы думали? В Чернобыле каждая полная фляга на вес золота? Или на вес целой почки хабара? Так что вы поняли, что просто так для вас, даже мои друзья, я ничего делать не буду. Так, поэтому жду от вас 10 тысяч лайков под этим видосом. Ну, хотя бы давайте добьем 100 подписчиков. Это моя мечта прямо. Потому что, блин, ну, камон, друзья, я же стараюсь для вас. Мне бы самому хотелось бы телевизор посмотреть. Но для вас я пойду на круглосуточные 3 дня снимать буду. Ну, каждый день по 5 минут. Думаю, поем немного мухи. Так, и буду, думаю, свое гнездо расширять. О, тут муравьи пытаются пройти. Так, блин, мне что-то это это напоминает Fallout Shelter. Это такая игра, если я не играл, но у моего друга видел. На даче живет. Эй, давайте, я вам звоню. Правда, не знаю, чем я вам звоню. Можете пошутить в комментах, чем я звоню. И, кстати, придумайте каждый свой анекдот. И хотя бы поддержите меня в комментах. Я реально стараюсь для вас, мои сталкеры. Так, я пока рыть буду, нажму на паузу.